Сегодня поговорим о санузле. Как из скучных серых стен сделать будущую планировку под нечто похожее на ванную комнату. Погнали! Здорово, народ! С вами самостройщик Лёха. И это первый выпуск про обустройство сантехники. Точнее, монтажу и все подобное. Первый ролик был про столешницу, но это было для того, чтобы показать, что там будет в будущем зеркало для поздравления жены с 8 марта. А теперь все в порядку. Начнем, естественно, с полов. Сейчас мы быстренько сделаем утеплитель и стяжечку. И в дальнейшем в этом выпуске расскажу, как я монтировал короба. Плитки, электрики, водоотведения в этом ролике не будет. Первым делом откручиваем старую опалубку. Кто помнит, была сделана стяжка во всех комнатах, кроме санузла. Санузел я ставил напоследок, потому что там нужно было еще разбираться в сантехнике, делать уклон, разуклон. В этом я не шарю, поэтому кто помнит, я делал посты в ютубе летом и спрашивал у вас совета, что как сделать. Утеплять свой пол я буду плитами пеноплекс. Плиты пеноплекс толщиной в 50 мм сохраняют столько же тепла, сколько керамзит в 35 см. Это не только позволяет неплохо так утеплить основание, но еще значительно уменьшить высоту пола. Лучше всего для фундамента подходит утепление пола плитами пеноплекс фундамент. А я использую пеноплекс комфорт, но это же на мой страх и риск. Поэтому это очень важно. Плиты пеноплекс способны выдержать очень серьезные нагрузки за счет высокой прочности. Поэтому вместо демпферной ленты я тоже использовал плиты пеноплекс, только толщиной уже в 2 см. Эти плиты не боятся воды, обладают нулевым водопоглощением и низкой паропроницаемостью. Помимо всего прочего, эти плиты не гниют, не покрываются плесенью и не подвержены усадке, а также не меняют свои размеры при изменении окружающей среды. Срок эксплуатации этого материала больше 50 лет. Если в скором времени вам тоже требуется качественный утеплитель, то ссылочка на данный продукт будет в описании. Далее была сделана цементно-песчаная стяжка из пескобетона марки М300. Все это дело осталось недельку, и через недельку уже спокойно можно было заходить и производить монтаж коробушек. Так, инженеры все в курсе, они там в комнате грунтуют плитку с другой стороны, поэтому про плитку пока пропустим. Сегодня речь пойдет про обустройство именно интерьера, то есть как это все будет выглядеть. Облицовывать будем в следующем видео, иначе интервала временного не хватит, час вы просто не выдержите смотреть, как я болтаю. Итак, поставил ванну, сам высокий борт отметил, оттуда будет начинаться у меня старт плитки. Узнав в будущем, что сначала ставится ванна, а потом монтируется плитка, чтобы то есть плитку подогнать, поэтому я решил сделать вообще по-другому. То есть для начала я хочу сделать направляющий короб сделать, короб обшить гипсокартоном, чтобы короб выступал от стены где-то на 5 см, к нему приставить ванну, и уже в дальнейшем все это будет облицовываться плиткой. Зачем такой геморрой? Потому что у меня в семье есть человек, который может купаться только с использованием специального кресла, а это кресло, если ванну поставить в упор, оно туда не влезет. Поэтому в первую очередь я думаю о близких, а уже потом о своем комфорте. Мой комфорт будет на втором этаже, там будет душевая. Поэтому здесь я буду делать ванную комнату для родителей, для их удобства. Итак, надо прикрепить направляющий профиль. Но он мягкий, легко прогибается. Ничего лучше не придумал, кроме как внутрь профиля запихать бруски. Бруски обработал обработкой, то есть отбелил их биозащитой, то есть чтобы не умывалось, чтобы он там не гнил. Сверху можно было еще сделать битумом, в принципе, как я люблю. Ну, думаю, не стал, я постараюсь получше засиликонить, чтобы вода-то в принципе вообще не попадала. Все это прикрепляю, то есть бруски к профилю, и сам профиль вместе с бруском еще просверливаю, чтобы в будущем можно было прям конкретно, намертво, на 7 больших саморезов кровельных 15 см, все это привинтить к стене. Но потом стала еще одна проблемка. Я мерил ванну с чистого пола, то есть от плитки. А я хочу ванну немножко приподнять, чтобы в будущем ванну можно было зафиксировать намертво к полу, потому что ванна стоит, которую мы купили, на двух, точнее на 4 болтах. То есть, если я прыгну туда с альтух или бомбочкой, это все пошатнется, пошевельнется, и все мои герметичные швы, все это откроется. И я просто устану силиконить после каждой мойки.
Поэтому было решено сделать из профильной трубы 60 на 20 толщиной 3 мм нацелить не 3 дырки, сделать две заготовки по полметра и их намертво прикрепить к плитке. Заготовки готовы, теперь осталось только приложить в нужном месте, заранее обозначить, обведя ванну, где у вас будет что в будущем, нанести маркером отметины, просверлить сначала пером по плитке, а потом уже пробурить перфоратором. Я начитался ютуба, там кто-то предложил налить немножко воды, взять обычный бур по бетону и просто сверлить. В итоге перекладывал плитку, в общем, она треснула у меня. Поэтому лучше использовать перо. Перо не дешевое, не зубровское, а какое-нибудь с алмазным напылением. Но потом уже углубить все перфоратором до нужной мне глубины. В дальнейшем туда потом спускаю дюпеля, забиваю их до самого упора, а шляпки уже подрезаю. И перед тем, как намертво все это прикрутить, чтобы это в будущем не скрипело, я решил подложить туда какой-нибудь утеплитель мягкий. У меня был такой воздушный утеплитель. В два слоя, самое то, намертво прикрепил, остатки отрезал. Все, прочно, мягко, идеально. Повторяем то же самое со вторым профилем. Готово, и теперь на этот профиль ставим еще раз ванну и делаем еще раз разметку. Как видите, на стене сейчас две полосы, то есть до установки профиля и после. Ну и уже по профилю отмеряю, где мне в будущем будут находиться отверстия. В газобетоне делаю отверстия, использую специальные дюпеля по газобетону. Они туда при забивании закручиваются. И дюпеля оттуда вытащить практически невозможно. Ну а теперь закрепляю мой профиль, в котором брусок, который обработан всякими обработками, на 7 саморезов длиной 15 см. Готово, теперь можно приставить ванну. Все, ванна зафиксирована, теперь можно сделать короб под ванной. Но потом я передумал и решил начать с другого угла, потому что в будущем могли возникнуть проблемы, от какого угла плясать, в какую сторону вести. Поэтому лучше уже закрыть короба под ванной, где не будет видно, чем на стене, где будет лицевая часть, где будет стоять унитаз. При входе это будет самое палевное место. Поэтому просто поковыряться подольше, но зато получится сделать красиво. Эту стенку пришлось немножко нарастить, чтобы столешница идеально была большой и то в будущем вместился умывальник. Поэтому эту стенку пришлось нарастить. Нарастил ее буквально на 17 см. Но нарастить ее нужно было как-то полностью квадратиком закрыть. Но так получилось, что визуально при входе выяснилось, что стенка неровная. То есть ту часть, которую я сейчас закручиваю, находится на расстоянии от стены 17 см, а дальняя часть 13. То есть перекос 4 см. Как так получилось, можете понять, что когда я делал маяки, никто угольником стенки не выравнивал. Просто были сделаны маяки и все. Поэтому сейчас в будущем я это все закрою коробом. Главное, чтобы визуально было красиво. Если сделать по уровню, то будет кошмар. Поэтому сейчас я выполняю работу в основном на визуализацию. Зашиваю ту часть, в котором в будущем будет прилегать столешница. Столешницу вы уже видели, кто-то мог заметить, что там гипсокартон. Да, это как раз эта самая стеночка.
Ну а теперь к этой стенке я уже подвязываю нишу, перед которой будет стоять унитаз. И эту нишу сейчас прицеплю к ванне. Отступаю от плитки сантиметр, потому что в будущем то будет опущен лист гипсокартона. И к этому гипсокартону ляжет еще плитка. Поэтому нужно не забыть, если бы я сделал в упор к плитке, то листья гипсокартона я бы то не опустил. Откуда я это узнал? Потому что я это собираю короб уже второй раз. Больно высокий короб делать не стал, потому что это нет смысла. Если он будет высокий, достаточно буквально сантиметров 40, наверное, на нем обязательно что-то будет лежать. Это вот везде, где в гостях я был, этот короб заставлен всяким хламом. Повторения у себя дома я не хочу. Я хочу, перед ним встал унитаз, и там была щеточка для вантуза. И больше там ничего не было. Но там как пойдет. Теперь начинаем монтаж ванны. Проклеиваю малярный скотч, потому что на плитке карандашом больно-то не порисуешь. И вот тут уже нужно было сделать настоящий профессиональный подсчет. Во-первых, короб нужно сделать не всклень ванны, а так, чтобы ванна была над коробом 2 сантиметра. То есть мне пришлось ванну сначала сдвинуть туда к стене, сделать нахлест 2 сантиметра, собрать короб этот, потом-то прикрутить сантиметр гипсокартон, сантиметр плитку, потом ванну вернуть в исходное положение так, чтобы она была прям вровень с плиткой, и при этом, чтобы между стеной и ванной было прям вот миллиметр, то есть прям идеально все подрасчитать. Это получилось не с первого раза и не сразу, поэтому короб собирался с проверкой-перепроверкой буквально 3-4 раза. В конце итог меня порадовал. В будущем там немножко не получилось, там буквально не угадал я 2 мм, поэтому я эту погрешность закрывал большим нанесением плиточного клея. Ну, вот так выглядит короб. Как видите, ванна приподнята и ванна сильно прижата к стене. Потом ванну я уже опустил, она легла прям в 2 мм от короба. И потом пододвинул ее от стены к коробу. Видите, всклень. Но там запас еще есть. Вот так всклень, оказывается, было делать нельзя. Поэтому я это просчитал заранее. Собрал этот короб, приклеил липсы гипсокартона, потянул ванну на себя, и когда потом собрал плитку, еще ее вытянул, и только после этого ванну я приварил к этим профилям. Так что до последнего момента ванна у меня ходила-гуляла. Вот так выглядит промежуточная работа. Рассказывать монтаж про столешницу мы не будем, все и так видели. Теперь добиваем два шкафа. Первый шкаф находится вот тут. Поначалу первое предложение было полностью наглухо зашить. Была потеря пространства, да, там получилось 13 на 17, но у меня очень много вот таких обрезков. Их прям просто куча. Девать их особо-то некуда было. К тому же у меня еще две коробки таких маленьких обрезков, то есть их есть, материал есть, работы не хочу. К тому же около меня недавно разбирался павильон торговый, там делался ремонт. Я подошел, попросил, говорю, можно вас забрать несколько штучек от направляющего гипсокартона. Несколько забирай хоть весь. Мужик сказал, мужик сделал. Я взял все, что у них есть, поэтому хоть он не новый, да, бушный, но теперь у меня есть, скажем так, я буду использовать этот направляющий профиль. Он немного мне не подходит, он шириной 7 сантиметров, но в толщину он все те же, также 50. Поэтому вперед и с песней. Итак, первым делом нашел самую высокую точку, так, чтобы нижняя часть полки, а тут их будет 4, была выше унитаза. Чтобы человек, который сел на унитазе, локтями тут ничего не сбивал. Ну, я про себя, естественно. Так как я уже монтировал перегородки, было много комментариев, как ни странно, я их все читаю. Важно для себя, выписываю, запоминаю. Поэтому здесь я старался ошибок не допускать. Здесь я по контуру полностью наглухо зашил все профилем. К этому профилю прикрутил гипсокартон. И уже потом к накрученному гипсокартону сделал полки. То есть я не стал все лепить из железа, потом неудобно обшивать. Я сделал все так, как советовали умные люди. Сначала сделал огранку, то есть контур, а к контуру уже сделал полки.
Все, огранка готова. Главное, чтобы было к чему притянуть гипсокартон. Ну а теперь просто беру гипсокартон и все это зашиваю. Для монтажа всех коробов, которые находятся в сантехническом узле, я использовал самый тоненький лист гипсокартона, это 95 мм, и весь влагостойкий, потому что, естественно, это сантехническая комната, там вся будет присутствовать влага. Ну, короб внутренней части готовы, а теперь просто к нему наглухо приделываю остальные части, то есть 29-й профиль, прям целиком, по буковке Г это заносил, загибал, зарезал и делал по контуру квадратик. И все. Почему такой тонкий? Потому что сверху и снизу еще обошьется еще сантиметр по гипсокартону, и еще сверху и снизу плитка, еще сантиметр, и плюс плиточный клей. То есть вот такой пирог будет толщиной около 5 и более сантиметров, поэтому делать из толстого профиля вообще не смысла, да и к тому же там не будет такой нагрузки. Теперь это дело обшиваю также гипсокартоном, и уже получается почти 5 сантиметров. Да, тут главный момент, главное, чтобы у вас тут влез шуруповерт. Если шуруповерт не влезает, значит полку нужно делать больше, потому что вручную просто замучитесь накручивать, а использовать такие уголки-переходники, ну это вообще как колхоз, я считаю. Ну а дальше я делал просто по фэншую. Точнее нет, по фэншую я все сделал, да. Взял лист гипсокартона, прикрутил его к стене и уже в нем сделал полки. Получилось, что все полки между собой соединены в один лист гипсокартона. Такой способ, только плюс крепкости этих полок. Ну, в общем, на это можно смотреть бесконечно, но вы поняли. В общем, в таком стиле я долго и муторно все это плясал. Ну, а нижнюю часть закрываю наглухо. Все, полки готовы. Вот так все дело выглядит. Осталось добить второй угол. То есть, вот такой же шкаф собрать тут. Но сделать его с гипсокартона я не хочу. У меня осталось всего два профиля. Покупать новое, в принципе, не хочу, поэтому... Из огрызка, вот полная коробка, как видите, нужно придумать что-то интересное. Ну а что я придумал, сейчас покажу. Берем 2-метровый или 3-метровый нормальный ровный профиль, прикручиваем его к стене, это будет как направляющая рельса. И уже по нему можно сделать из огрызков точно такую же, ну, только не сборную, а из огрызков, то есть из кусочков такую же направляющую. Эта направляющая будет двухсоставная, то есть одна будет часть прибитая к стене из кусков сделана, а вторая будет целиковая, то есть настоящая. И между ними будут сделаны перемычки. И эта перемычка обшивается с трех сторон гипсокартоном, и она никуда не денется. Таких будет полок 2, и между ними будет находиться стеклянная полка. Алексей зачем так заморачиваться, пошел купил 2 профиля новых, они стоят, господи, 500 рублей жалко что ли. Нет, но в принципе, если посчитать, вот таких мелочей, то есть постоянно мы что-то тратим, набегают, в принципе, немаленькие суммы. А огрызков остается все больше и больше. Поэтому, если у вас есть возможность потратить больше времени, то получается, в принципе, неплохая экономия. Тут уже упирается во время. То есть, чем больше экономим, тем больше времени приходится тратить. Вот и все.
И как я уже показывал на дверях, меня научили, как правильно делать эти уточки скрепляющие, очень крепкие. Сажаю на такие уточки. И все. Делаю заготовки, чтобы сразу одним махом полностью и разово зашить все эти короба, ну, уже показать конечный результат. Соединяю направляющие, закручиваю их, делаю это все по уровню, потому что в будущем плиточным клеем неохота все это выравнивать, к тому же мы сейчас говорим о экономии. Ну, скрепило все по уровню, вот так у меня получилось, на четырех стоечках держится, не качается. Тут делаем все абсолютно так же. И все это обшиваем гипсокартоном. Вот когда я обшил все это гипсокартоном, оно вообще даже перестало шататься, оно прям вообще мертво стояло. И уже между ними будет находиться стеклянные полки. Будет это выглядеть вообще очень красиво. Сейчас в будущем это еще не готово, поэтому сколько красиво описать пока не могу. Ну и все, зашил все гипсокартоном. Нижнюю часть тоже полностью окантовываю. Да, кстати, ту часть, которую сейчас обшиваю гипсокартоном, на ней ванна стоять не будет. Она будет стоять в притирку к ванне, но стоять на ней не будет. Опускаю эту ванну. Не забываю сразу собрать и подключить элементы, потому что в будущем потом валяться под ней это будет неудобно. Использую гусак, или как он там называется, который жесткий, то есть без всяких гибких. Почему, мне подсказал Земсков. И все это намертво засиликониваю, чтобы в будущем потом мог спать спокойно и не фантазировать, что у меня там что-то где-то потекло. Ну и теперь можно закрыть ванну. Сейчас будет вопрос, а что у тебя за квадрат под ванной? Это чтобы я мог туда опустить тазик. Потому что всегда в любых комнатах есть какой-то тазик с тряпками, с мылом, с другими тазиками или с другим мылом или с порошком. В общем, туда обязательно нужно опустить какой-то тазик. Ну и осталось только короб перед унитазом, который будет стоять. Нижнюю часть зашиваю полностью, а две боковые. Одну зашиваю наглухо, а вторую нет. Потому что в будущем, возможно, туда понадобится доступ. Поэтому я буду делать его немножко по-другому. Спасибо всем тем, кто смотрел до конца. Напишите в комментариях, насколько звук был лучше или хуже. Ну и, естественно, дайте свою оценку, насколько хорошо мы распланировали нашу ванную комнату. То есть, этот ролик был именно про планировку. Находятся два шкафчика с полками, один со стеклянными красивыми, а второй, естественно, с прилегающей. Находится маленький 15-сантиметровый короб перед унитазом. Ну, обязательно ничего не будет. Также находится маленькое помещение, то есть для тазика под ванной. Ну, естественно, осталось еще сделать маленькие замечания, это под столешницей, там пока еще не размечено, что будет. Ну а так, в принципе, куда поставить мыло, шампуни, все это продумано, как будет стоять ванна, как будет человеку там удобно мыться, неудобно. То есть все это было максимально продумано. Из маленькой комнаты, 1,90 м на 1,90 м, мы сделали вот такое обустройство. Ну вот и все. Всем спасибо, с вами был самостройщик Леха. Всем счастливо, пока-пока.